15 декабря в культурном центре «Зодчие» прошел 9-й театральный фестиваль «Ашам». В нем приняли участие 3 школы из Москвы – Кузьминки, Ховрина, Солнцева и 6 школ из Подмосковья – Жуковские, Люберцы, Раменская, Балашиха, Пушкино, Подольск. Актерское мастерство оценивал наш постоянный эксперт, актер кино Максим Конев. Тема фестиваля – английские сказки. Ребята погрузились в волшебный мир фольклора и представили свое понимание загадочной английской души. Золото театрального фестиваля завоевала команда из Кузьминок. Сказку «Gingerbread Колобок» жюри признали лучшей. Серебро получила команда из Пушкина за постановку «Груффало». Бронзу увезла в родную Балашиху школа, представившая легенду. В преддверии Нового года фестиваль получился сказочно волшебным. Спасибо участникам и всем причастным.